Продолжаем движение. 88-я серия. Участок Мурманск-Магадан. Движение на восток. В этой серии будет пройден 71 километр. И сразу остановлюсь на привал, на ночевку. Далеко впереди будет резкий поворот налево, 90 градусов. Я поверну налево. Это направление на Тюмень, на Омск. Если двигаться прямо, напомню, что за спиной, позади город Курган остался. Если двигаться прямо, то через несколько километров упретесь в границу с Казахстаном. Ну, естественно, все таможенные прелести, очередь, досмотры, что на въезде, что на выезде. Плюс ко всему нужно приобретать эту страховку, покупать там. Все это занимает время, нервы. Ну и дорога там, кстати, паршивенькая. Асфальт растрескавшийся, камни. Веселого и интересного мало. Я вот вспомнил один случай, который был давно, правда, это было там, где я останавливаюсь на привал, на ночевку. Я там частенько останавливался, и когда на восток ехал, и когда на запад. Мне это место почему-то вот как-то нравилось. Там тихо, спокойно. Там и душ есть, и буфет, и охраняемая стоянка. И вот однажды там остановился на ночевку. И в столовой познакомился с двумя парнями. Они перегоняли два автомобиля. Не помню, куда, в Новосибирск или в Омск, или еще дальше, но это не важно. Вот время уже начинало смеркаться, вот, и они собрались двигаться дальше. Я сказал, что я не поеду, потому что через несколько километров, там сейчас уже не помню расстояние, начинается Бердюшка, ну, населенный пункт Бердюжье, поселок. Но там дорога была убитая в хлам, просто местами колейность там достигала полуметра. Там днем опасно было ехать, чтобы, ну, змейкой нужно было ехать, объезжать все эти ямы, колдобины. Вот. Ну, а ребята собрались. Я предупредил, говорю, там этот дорога очень плохая, и ехать ночное в темное время, это, конечно, очень рискованно. Комнатная температура. Но они махнули рукой и поехали. Ну, я остановился, переночевал, на другой день утром стартовал, проехал поворот на Бердюшку, повернул на Бердюшке в сторону Ишима, проехал там, не знаю, 5-6 километров, смотрю, один из автомобилей, на котором ребята ехали, там в яме, я не знаю, он или на мост сел, или, ну, не знаю какая, второго автомобиля не было. И никого возле автомобиля тоже не было. Ну, видать, на втором автомобиле они уехали за подмогой, за помощью там трактор или еще, чтобы вытащить. Там довольно-таки часто дальнобойщики проезжают. Можно было бы, наверное, их дождаться. Но они, видать, решили действовать вот таким образом. К чему я это говорю? К тому, что двигаться по незнакомой дороге, по незнакомой местности в темное время
Ну, сейчас тоже более-менее нормально, дороги более-менее хорошие, но в те годы, вот это было крайне рискованно. Поэтому я не только и для того, чтобы снять видео, я двигаюсь только в светлое время, стараюсь, по крайней мере. Вот. И в то же время вот на трассе А-360 и на Р-504 там старался двигаться только в светлое время, но не всегда это получалось, к сожалению. Вот. Дорожное полотно, сами можете оценить, довольно-таки приличная и ровная дорога, и разметка, и обочина. Вот. Инфраструктура, правда, я имею в виду заправки и вот места для кратковременного отдыха, для ночевок. Ну, этого, к сожалению, очень мало. Есть, но очень мало. Ну, а я ехал, двигался, уже четко представляя, где остановлюсь на ночевку. Так, а называется этот населенный пункт, где я был, останавливался, Ободковское. Село Ободковское. Ну вот на этом участке от Ободковского до Бердюжья очень много там этих стоянок, остановок, там и дальнобойщики останавливаются, и маленькие машины. Ну вот я остановился Ободковской, потому что там останавливался регулярно и постоянно. Так, теперь я отвечу на комментарии. Александр VII написал: первый раз эта дорога Р-354 у вас на видео. Ну, честно говоря, я не понял вопрос. Дело в том, что я титрами отмечаю. Ту маркировку, которая указана на карте. Трасса Р-254, она несколько раз меняет название. Там радиопереговоры. Так, ну я не понял, о чем разговор. Так вот, трасса Р-254 довольно часто принимает другие названия, другую маркировку носит. Наверное, ничего не будет понятно, что я говорю. Так, по-моему, ненормативная лексика. Так вот, трасса Р-254 переходит в Р-357, потом снова в Р-254. Довольно часто меняется, и я привязываю каждый конкретный участок к карте. То есть то, что написано на карте, то я переношу в титрах и на видео. Я-то сам не знаю все эти, откуда я знаю, какая тут дорога, 254 или 300, или 300 какая-то, не знаю. Поэтому вся эта информация по маркировке, я не знаю, как назвать, маркировку это или по названиям дороги, я беру с карты плеера.
Так, еще есть интересный вопрос от Сергея Трошина. Пишет, не надо уезжать на переезд при запрещающем сигнале, и не будет проблем, если машина заглохнет. Я не понял, к чему это. Дело в том, что у нас подавляющее большинство переездов раздолбанные, разбитые, там такие ямы ухабины. Вот, и проехать переезд довольно-таки сложно. Дорога, полотно само хорошее, проблем, вопросов нет. Но на переездах вот эти ямы, колдобины, вот это, конечно, беда. Проехал уже. И это практически по всей России. И таких переездов, ну, на видео сможете увидеть, какие переезды. Вот. Так что я думаю, машина глохнет не из-за того, что какой свет горит на переезде, красный или зеленый, а глохнет от того, что эти вот колдобины, ямы. Ну, в общем, это слабое место наших дорог, к сожалению. Так, ну, как смог, прокомментировал. Это восьмой день, заключительная серия восьмого дня. Повторяю, двигаясь от на восток. Тоже днем покидывал сон. Давай остановлюсь немножко. Ну, что-то там говорил, слушайте, что комментировал. Сколько светлый был, сколько вот этих мух. Это просто ужас был. И сон как-то само собой пропал.
назад я уже уехал. Да. Да нет, я на трассе, я уже привык в автомобиле на этих, на постоянках или как, да, там охраняемое, все такое. На обратном пути, если что, я позвоню, может быть. Хорошо, у меня записано, да, высвечивается. Все, благодарю, удачи. Солнце через задние зеркала, через зеркало заднего вида слепит, левое и правое. Да, значит, завтра солнце будет с утра опять в лицо.
становишься вообще, блин. Или кто это у нас, 05-й? Автодор, что за хрень такая? Дорогу сделали, вроде бы отличная, но вот такие вот нежданчики. Или чтобы жизнь медом не казалась. Такие нежданчики, блин, самое мерзкое, что может быть на хорошей дороге.
Лебедина. Мало. Через 1,5 километра круговое движение. Прийти в съезд. Левый поворот, да? Ты там, по-моему... Заправки не везде на этом, на кольцевых. Желтая. А вот есть ли там стоянки? Вообще-то там дальше с правой стороны есть недалеко. 101 километр. Сейчас посмотрим. Дальше с правой стороны была стоянка, где запускали во двор, но кто проезжал несколько раз, они уже перед воротами сделали стоянку, большая стоянка, далеко совсем. Здесь дорога уже хорошая.
называют стоянки парка. Уют, отель Уют, но он тоже будет в середине дня и по всей вероятности, если все будет нормально, то привал в отель Комич, одно из, на мой взгляд, самых лучших мест. Огромная асфальтированная стоянка. Это в 70 километрах за Омском. Омск, я посмотрел по навигатору, будем объезжать по обводной. Это от фуры. Место уже раскрутили. Где машину поставить, чтобы не мешалось. Заасфальтировали, здесь была глина, здесь была хрен знает что. Вот там во дворе я останавливался. Вы ушли с маршрута? Не знаю. Тут и баня есть, все. Пойду, хорошо. Что скажет хозяин? Можно дальше проехать?
Ну, почти на старое место. Помогает стать. Я там останавливался. Тут пельмени хорошие были. Вот, но я уже вот здесь он параллельно. Вот так вот. Все, ночь.